Жительница города Мытищи Эрмине Базикян в Видновский перинатальный центр попала по направлению из Маниага. Врачи поставили серьезный диагноз – вырастание плаценты. Когда я пришла, я была очень испуганной. Но потом это мне оперировали, операция пошла так успешно. Я даже сейчас, когда помню, как мне полтора часа ставили вот эти все катетеры, я посчитала, их было 6. Я говорю, как я это вытерпела, но там все отношения очень хорошие. Сегодня она безмерно счастлива и с гордостью обнимает свою маленькую девочку. Каждую минуту благодарит лечащего врача, который подарил жизнь им обеим. Мы выписываем пациентку, у которой был диагноз вырастания плаценты в рубец на матке. Это такая тяжелая акушерская патология, которая сопряжена с высоким риском кровопотери, массивной и материнской смертности. В нашем перинатальном центре мы разработали методику операции таких пациенток. Благодаря профессионализму врачей центра малышка Эмма родилась в доношенном сроке 37 недель и в положенное время вместе с мамой отправляется домой. Там ее с нетерпением ждут братик и сестренка. У нас перинатальный центр 3-го уровня, мы оказываем высокотехнологичную помощь. Вот так случилось, так совпало, что мамочки этого малыша оказывали высокотехнологичную помощь. У нее была беременность, которая могла закончиться с осложнением, но, слава богу, все произошло благополучно. Здоровый, большой, крепкий малыш. И вот сегодня мы выписываем такое радостное событие. Всего в августе в Видновском перинатальном центре родилось 545 детей, причем мальчиков чуть больше, чем девочек. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.